Масштабным спортивным праздником отметили День молодежи и День города в Докучаевске. С самого раннего утра на центральном стадионе «Авангард» было многолюдно. Соревнования проходили по четырем видам спорта – мини-футболу, пляжному волейболу, перетягиванию каната и армрестлингу. Восемь команд в честной борьбе завоевывали право стать победителем. В футболе и волейболе команде флюсодоломитного комбината не было равных. В армрестлинге победила команда администрации города, а вот в перетягивании каната – команда МЧС. Эти соревнования мы проводим уже традиционно. Народ у нас любит спорт, физическую культуру. И благодаря общими усилиями праздник удался. В полдень докучаевская детвора заполонила площадку возле городского фонтана, а затем оккупировала и сам фонтан. Здесь развернулась грандиозная водная битва. В качестве орудий водяные пистолеты и самодельные брызгалки. У кого не оказалось орудий, тот пошел в рукопашную. Родители, кстати, тоже не остались в стороне. В такую жару водная битва – это то, что нужно. Конкурсы, игры, забавы завершились массовым купанием в фонтане. Заряд положительных эмоций и хорошего настроения, а также массу призов и подарков унес каждый, кто принял участие в празднике. А завершился он дискотекой у фонтана. Елена Шинкаренко, Виктор Баркалов, Эдуард Чернов, телеканал «Оплот».